Всем привет! 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 Сегодня такая погода замечательная, солнца почти нет и очень сильный ветер. Кстати, переживаю за камеру, может улететь. Кстати, вот. Ага, значит, сегодня мы решили так вот шуточно побатлиться, да? Значит, смысл какой? В принципе, мы никогда не стреляли с оптических прицелов очень близко, правильно? Вот, если взять охотничий момент, вот какую самую минимальную дистанцию ты бы, вот, скажем так, вот осилил? Вот ты вот стоишь, вот, ну, любую картину нарисуй себе. Вот у тебя загонник, вот ты ставишь минимальную кратность. Вот какая на тебе, тебе минимальная кратность сколько? 1,2. 1,2. Вот на твое усмотрение, вот самая, скажем, близкая точка, в которую бы ты стрелял в зверя. Вот как ты думаешь? 50. 50 метров, а ты как думаешь? Да в упор можно стрелять. Если можно он... стрелять в упор. Вот, ну, да. Видели? Грамотный человек. Можно стрелять в упор. Вот я что и думаю. Мысль была, конечно, поставить шарики гораздо дальше. Но с учетом того, что сегодня такой сумасшедший ветер, мы сократили немножко расстояние. Значит, я предлагаю что? Мы ставим на 100 метров шарик. Значит, потом мы ставим шарик на 75. Потом ставим на 25. И на 5 метров мы ставим мишень размером 1/8 листа А4. 1/8 листа А4. Гениально. Да. Да. На 30-й кратности. Ну почему на 30-й кратности? А у тебя что, 30-я кратность? Да. А какая у тебя минималка, кстати? 5. Слушай, Эдик, у меня есть тебе такое предложение. Вот у меня есть коллиматор от компании Redwin. У нас уже был похожий коллиматор. Вот сейчас тут ссылочку тут подвешу. Ага. Значит, разница в чем? Он такой же компактный, он такой же квадратный. Вот. Единственное, что у того коллиматора было три метки, и они были красного цвета. Mm. Минимальная точка была 3 моа. Здесь метка только одна, она зеленая, и точка 5 моа. Ты же коллиматорщик, в принципе, тебя же это не напугает? Нет. Если мы сейчас, знаешь, что сделаем? Мы сейчас за кадром приведем его к нормальному бою, и ты будешь стрелять с коллиматором, Денис будет стрелять со своим миноксом с кратностью 1,2, я буду стрелять со своим вортексом кратность 1. Ну, я думаю, для... А ссылочки на все это мы подвесим под видео, заходите, смотрите. Я думаю, не напугаешь? Я думаю, нет. Думаю, это вот интересный вариант. Но интересный вариант, что 5 моа. Угу. Вот все говорят, вот там точечка 1 моа, 2 моа, как, что, зачем? А мы попробуем на 5 моа. Итак, мы вешаем шарик на 100 метров, на 75, на 25. И, значит, на 5 метров мы вешаем мишень 1/8 листа А4. Стрелять будем на время. Угу. То есть наша задача отстреляться раз, два, три, по 2 выстрела на каждый шар. По 2 выстрела на каждый шар. Значит, то есть 6 выстрелов на 3 шара. Если вдруг вам повезло каким-то макаром, каким-то чудом, и вы, собственно говоря, да, вы лишние шары, в лишние патроны, вот эти до 6, да, вы добиваете шары. То есть сначала начинаем с дальнего, потом ближний. Если как-то остались какие-то патроны из 6, и вы стреляете, то есть добиваете там какие-то, я не знаю, там варианты. Но потом вы разворачиваетесь, у вас рядом будет мишень в 5 метрах, вы должны сделать быструю стрельбу, без выцеливания, без ничего. Зверь подошел быстро, в упор, бах-бах-бах-бах. Вот в таком режиме 4 выстрела надо вогнать в 1/8 листа 4. Как вам темка? О. Ну это же лучше, чем дома на диване, да? Да. Мы бросили жребий, и у нас стреляет первый Эдик, второй Денис, третий я. Значит, Эдик, повторяю тебе еще раз наши правила. Значит, у тебя сейчас сзади на расстоянии 25 метров, 75 метров и 100 метров
Установлено по два шарика. Почему по два шарика? Потому что ветер часто бьет шарики, и они лопаются. Чтобы нам не бегать, не останавливать и, как говорится, не прекращать кайф, значит, повесили по два шара. Значит, ты на выбор, темный или светлый, стреляешь на выбор. Значит, твоя задача выпустить два выстрела на 100 метров, два выстрела на 75 метров. В один из шаров. Понял, понял. В один из шаров. Два выстрела на 25 метров. Если вдруг ты не попал, например, с двух выстрелов на одну из этих дистанций, но на двух других дистанций ты убил по одному шару, получается, да, у тебя получается два свободных выстрела. Ты можешь постараться добить сотку. То есть, по факту, ты должен на шары потратить не более 6 выстрелов. Ну да, то есть если я, например, поражаю сразу шар, то я патроны не оставляю, а достреливаю их, да? Или нет, оставить? Смотри, ты выстрелил, например, условно на сотку. Попал сразу. Давай так, промазал, два выстрела, промазал. Да. Уходим на 75, первым попал. Уходим на 25, вторым попал. То есть у тебя сейчас потрачено 4 выстрела. У тебя получается 2 свободных. То есть ты должен до вот этой вот 1/8, вот этой, которая у тебя в 5 метрах от тебя, вон, ты видишь ее? Да, да. Да. Ты должен до нее донести 4 выстрела только. Начинаешь стрелять с дальней. Дальний 2 выстрела, ближний 2 выстрела, независимо от попаданий. И еще ближе 2 выстрела, независимо от попаданий. Если у тебя остаются свободные выстрелы, да, какой-то ты шар не с двух раз, а с первого раза убил, да, ты можешь попробовать долбануть какой-то шар, который промазал. Угу. То есть, понимаешь? Понял. То есть тебе нужно не два шара убить, а один. Один на дистанции, все. Ты должен потом донести 4 выстрела до вот этого кусочка бумаги, это горизонтальный кусочек 1/8 листа 4. Угу. И должен в нее выстрелить 4 раза быстро. Быстро. И не хитри, у тебя планка стоит сейчас высокая, не хитри по механике. Стреляешь только через прицельное. Хорошо. У тебя сейчас коллиматор. Коллиматор с зеленой точкой от компании Redwind, у которого заявлена огромная точка 5 МОА. Давай так, предварительно скажи свое ощущение. Точка очень яркая, как и в предыдущем прицеле подобном. Оптика идеальная, то есть вообще нет никакого отличия от реальной картинки. И то есть ты имеешь в виду не оптика идеальная, а стекла? Стекла, просветление. Стекла, да. Никакого нету затемнения, ни тонировки, ничего. То есть идеальное толщина, просветление. А толщина? Толстая, толстая. То есть 5 мат вот толстая? Когда мы прибивали прицел на 100 метров, точка, она прям размером с лист А4 на 100 метров. Ну, зато будет легко стрелять, скажем, на какие-то другие мишени. Но сейчас мы как раз и проверим. Вообще, проверим, ты да. же как раз стрелял сюда, у тебя такой толстой точки не было. Никогда, у да. тебя было 2 и 3 МОА, да, да, а да. здесь 5. Так, еще момент. Ты же будешь стрелять на время. На время. Это же не просто так. Мы возьмем сейчас секундомер. Получается, у нас 10 выстрелов. И сколько... На 10 выстрелов мы отведем времени. Я думаю, минута. Как ты думаешь? Я думаю, нормально, да. С учетом, ну, как бы нормально, да. Я думаю, что вот прям вообще будет нормально-принормально. Как ты думаешь, Денис? Что 30 минут? 30 секунд? 10 выстрелов, раз, 60 секунд, и 2. По 6 секунд на выстрел. Ну, 6 секунд на выстрел. Это нормально. Только смотри, в этот лист ты должен отстреляться так. Бах, 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 максимально быстро. Я думаю, с этим листом то проблем есть будет меньше равно, всего. Все равно, сколько ты потратишь секунд, там, главное, чтобы ты не вышел за минуту. А я тебе буду как бы диктовать там по 10, да? Дойдем там, скажем, ну давай так, до 40 дойдем, буду тебе по 5 диктовать. Так, сейчас мы втыкаем секундомер. Ты готов, Эдик? Я готов. Пристегивай. У тебя какие патроны? Мои любимые, 9,6 FMG. 9,6 FMG, это Барнаул, да? Забываю постоянно город. Это Тулама, сделанные... Да-да-да, я понял. Ульяновск, да? Ульяновск, точно. Досылай патрон, патронник. Оружие вверх. Ты стоишь спиной к цели. Начинаешь с дальних шаров. Ты не забыл, да? Да-да-да. То есть ты стреляешь 2 выстрела на сотку, да, да. 2 выстрела на 75 и 2 на 25. Да. Не больше. Сюда доносишь 4 выстрела и делаешь беглую стрельбу в лист вот этот. Понял? Понял. Готов?
Готов. Огонь! Семьдесят пять. 25. Вернись на какой-то, на 75. Давай беглую. Холостой выстрел, предохранитель. Ю! Развернись. Но я тебе хочу сказать, что можно было и 30 секунд делать, потому что ты влез в 28 секунд. Да, Денис был прав. Минуты много. Для нормальных пацанов минуты много. Это Эдик... было увлекательно. Кайф? Кайф, да. Видишь, а диванные эксперты со стаканом чая и бутербродом будут говорить, да я так даже камнем кидаю. Эдик, посмотри, как ты попал. Слушай, ну что мне... Сотка не поддалась, да? Сотка не поддалась, да. Свободным выстрелом ты сбил. Забил 75. И заметь, вот в азарте, да, надо, чтобы обязательно кто-то говорил, что делать. Да, иначе да, да. Это. Посмотри, как ты отстрелялся на 5 метров. Ну, два попадания вроде как. Но будем считать, да, даже если зацепил листок, будем считать. Или не будем считать, чисто? Будем считать, да. Хорошо, у тебя два попадания. Так, у нас следующий стрелок Дениска. Меняем стрелка. У нас второй стрелок. Денис. Денис, ты готов? Да. Денис, готов. Ну, ты, в принципе, условия помнишь? Твоя задача не попасть больше, чем перед этим тигр стрелял, иначе нас заклюют. Пристегивай магазин. Какие у тебя патроны? Не знаю. А, я вижу с красными носиками. С пластиковым наконечником. Это Red Team. Red Team, да. Red Team с красными пластиковыми наконечниками. Досылай патрон, патроник, смотришь на меня, оружие вверх. Так, смотришь на меня влюбленными глазами. Значит, смотри, по команде огонь разворачиваешься и начинаешь пулять. Кратность как пулять, 1, ты помнишь? 2, а? Кратность 1,2, минимальная. Кратность минимальная, да, мы приравниваемся с каликом. Все. Все. Кратность 1,2. Стреляешь, значит, ну смотри, Эдик вложился в 20, тут почти 26 секунд. То есть твоя задача отстрелять по шарам 6 выстрелов, не больше, и 4 вложить в листик. По чьим шарам? По своим можешь долбануть. В листик бьешь максимально быстро, понял? Только тух-тух-тух-тух. Уловил, да? Готов? Это даже куда ты уже развернулся заранее, ты, вот. Смотри, мы стреляем не больше 30 секунд, короче, потому что, ну, Эдик-то отстрелялся 30 секунд. Да понял я. Понял? Готов? Огонь! средний, 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 средний! Давай, 4! Холостой выстрел, предохранитель. Ну ты прямо, я тебе хочу сказать, богиня стрелкового спорта, ты понимаешь? Просто. Значит так, ты попал у нас. А что ты попал? Ты попал, Эдик два шарика сбил же, да? А ты сбил только один, да? Да, маленький. Один шарик, но зато ты в белую бумажку валил аж 3 выстрела. Это было несложно. Ну да, с учетом того, что у тебя аж прицел-то вообще я чудом, я не понимаю, как ты попал в шар. Так, ладно, меняем стрелков, давай теперь я опозорюсь. Так, дорогие друзья, мы поменялись с Вячеславом Леонидовичем местами. Так. Соответственно, я, Денис, теперь за камерой, он в кадре и он на рубеже огневом. Так. А напоминать правила? Напоминай, конечно. 3 дистанции. Так. 100 метров шарики. 75 и так, 25. Так. И потом очень близко, в 5 метрах, маленький листик бумаги. В него. Мяшком в горло подкатился, да. Нужно попасть последними нужно... 4 да. выстрелами. Да. Ты готов? Ну, как бы, да. Пристегивай магазин. Пристегивай магазин. Напоминаю, стрельба на время, 30 секунд. Да. Я буду стрелять с вортексом. С вортексом. На первой кратности я буду стрелять. Ссылочка на него будет под видео. Досылаю. Патрон в патронник. Поехали. Один еще.
команда. Че ты дакаешь? Че ты дакаешь? Зато 20 секунд. Зато кайфанул. Ребят, вы знаете, интересное такое новшество мы ввели. Мы сейчас посчитали, и получается, что я пролетел в полном смысле слова, потому что у меня всего было два попадания, то есть было два шарика. А у Дениса было попадание один шарик и три в листик бумаги, то есть четыре попадания по факту, да? А у Эдика было два в бумагу и два шарика, то есть тоже четыре попадания. Мы решили перестрелять Дениса с Эдиком, так как я пролетел, вот, и немножко поменяли условия. Значит, по 10 выстрелов каждому, то есть по 10 выстрелов, значит, патронов в магазине, значит, все то же самое, также на время. По команде огонь, Эдик, ты поворачиваешься, и у нас сейчас осталось... Два на сотку шара, один на 75, один на 25. По команде огонь ты стреляешь в один из шаров на сотку до тех пор, пока ты его не убьешь. То есть мы решили все-таки попытаться добить в результате всего батла. Сотка никому ни разу не поддалась. Не далась, да, никому. Значит, смотри, твоя задача попасть в шар. Как только ты попадаешь в шар, ты переходишь на 75-ку и стреляешь с него до тех пор, пока он не потухнет. Только после того, как он потухнет, ты стреляешь в 25-ку, самую легкую. Давай. Вот. Если вдруг у тебя останутся патроны, в чем я сильно сомневаюсь, ты можешь попробовать добить второй шарик на сотку. А там уже посмотрим, у кого будет, как говорится, хватит кому сколько патронов и прочее, прочее. То есть ты понял, да? Понял. Твоя задача сейчас стрелять в один из шаров на сотку, пока он не потухнет. Второй мы не трогаем. Понял. Мы переходим на 75-ку, бьем пока, потом на 25-ку. Готов? Готов. Время также ограничено, стрельба быстрая. Досылай. Так, 10 патронов. 10 патронов. Скажи мне два слова еще про калик. Калик, мне кажется, это преимущество. В данном батле калик, мне кажется, поинтереснее. Сейчас буду пробовать. А вот то, что точка 5 моа? Ну, я думаю, что по такой движущейся цели, беглый огонь на скорость, я думаю, что это не столь важно. Главное. То есть ты думаешь, целиться все-таки лучше кулаком, когда мушка как кулак, чем когда палец, да? Да. Легче закрывать мишень. Ты готов? Готов. Давай, Эдуард, с улыбочкой. Огонь! Раз. Два. Три. Четыре. Есть, средняя. Пять. 6, давай 25-ку, 7, 8, давай сотку, 9, 10, холостой. Я так и думал, что я сейчас пойду домой. 25 секунд, Эдик, как эмоции? Отлично. Кайфанул? Ну что, соточка нам поддалась все-таки. Все-таки, наверное, коллиматор рули, да, для таких батлов? Да, да. Чуть-чуть я повыше брал, то есть... Эд, ну ты давай так, во-первых, ты этим коллиматором стреляешь, ну сколько, ты его пристрелял за 4 выстрела? За 4 выстрела, да. И ты практически с него не стрелял. То есть да. ты-то как бы по опыту у тебя есть по каликам, но именно с этого у тебя опыта нету, поэтому если сейчас его там покатать, довести там туда-сюда, месяц пострелять, пушка. Супер, я доволен. Меняем стрелка! У-у! У нас второй стрелок. Который, значит, с предыдущим делят первое место. Потому что третье занято мной. Вот. Значит, надолго. Ой, ладно, не умничай. Давай, пристегивай магазинчик. Досылай патрон, патронник. Не-не-не, куда ты повернулся? Ты на нас смотри. Вот, давай, оружие вверх держишь. Мы тебе скомандуем, когда огонь. Значит, смотри. Там тебе шарики все поменяли, все четенькие. У Эдика были желтенькие, у тебя беленькие. Тоже видно все хорошо. Тебе, как человеку, у которого руки подогнуты под другим углом, мы тебе шары побольше поставили. Просто ты понимаешь, если ты попадешь, значит, шары просто тебе были по-дружески надуты усильней. Значит, смотри, стреляешь в сотку, пока не потухнет. Потом 75-ка, пока не потухнет. Потом в эту фигню, пока не потухнет, на 25. И потом пытаешься синий на сотку бахнуть. Я думаю, 4 выстрела мы услышим, и на этом все закончится. Я думаю, что он не дойдет до 25-ки. Я и до 75 не дойду. Короче, ты готов? Командуй уже. Огонь! Раз, два, три, четыре. Ух ты!
5, 6, 7, 8, 9, 10. Ну ниже возьми, ниже, ниже. Делай нам холостой выстрел, там предохранитель. Вот, повернись к нам и скажи свои эмоции. Куда ты пошел? Скажи нам эмоции свои. Amazing. Сейчас у нас русский язык забыл, понял? Ладно, делаем выводы. Я это вслух сказал. Собственно говоря, вот такой вот у нас веселый батлик получился. Так вот просто так, от нечего делать, да? Ну что, нормально, аж посмеялись, хорошо? Так, Эдик, ну ты у нас победитель, ты знаешь это? Ну, получается, да, сколько я поразил? На сотку и сколько два... ты поразил? Четыре. Вот сколько нас зрителей будет смотреть, столько будет поражены. Угу. Такой стрельбой, ты понимаешь? Ну, сотка подалась и мне, и Денису, наконец-то. Вот. Ты что, на сотку попал? Конечно. Ну, а где? Ну, я не знаю, может, она 25 метров, туда? То есть, что-то не задалось. Попал. Давай сначала ты расскажи свои эмоции. Ничего же ты так целился с незнакомого прицела? Нет, очень удобно. Очень удобно, то есть, и чуть-чуть еще побольше с ним поработать, и я думаю, можно и привыкнуть, и показывать результаты еще лучше. Прицел бомбический, супер. Отличный вообще. Ребят, прицел. Ссылочку на этот прицел найдете под видео. Под видео. Так, ладненько, первое место у тебя, да? Ну, давай ты. Ну, чудом попал, чудом. Нет, на самом деле четвертым выстрелом он четко замер у меня в перекрестии, и я его снял. Это на 75? На 100. На 100, вот так вот, да? Да? А мне показалось, что на 75 у тебя было то же самое на втором выстреле. Вот. Может быть. Да, да, я думаю, все равно теперь точно выпадет. Но 25 метров я не сделал вынос вниз и целился четко в перекрестие. Денис, зря ты так думаешь, потому что это была незабываемая гримаса на 25 метров. Просто незабываемая. В общем, вот так вот чудненько мы постреляли. Ну, а я, позорник, промазал со своим любимым вортексом, ссылочку на который можете найти тоже под видео. Ребят, давайте так, вы как, так сказать, победители, давай так вот Эдику, такой маленький презент от компании Neo Elements, универсальная оружейная масленица. Спасибо. Вот. А тебе, ты второе место, тебе тоже от компании Neo Elements такой набор ёршиков всяких, вишеров, там еще какая-то, там вот мягкая фигня есть, жесткая фигня. И, зависит от настроения, и, да, и не жесткая фигня, в меру жесткая. В общем так вот, а мы с вами будем прощаться. Как говорится, не болейте, не кашляйте, чаще стреляйте. Подписывайтесь на наш канал, ну и всем пока-пока. Пока.